Всем привет, с вами Кирилл, и сегодня мы будем строить трансформатор, а точнее преобразователь двоичных чисел в десятичные. Что ж, как мы уже выяснили из первой части, ссылочку на первое видео увидите на экране, как мы узнали из первой части, то что все выходы, которые у нас получаются из наших модулей, то есть модуля сложения, вычитания, деление и умножение, они все получаются в двоичной системе исчисления. То есть сначала идет единичка, потом идет двоечка, четверка, восьмерка. Что ж, и теперь нам нужно узнать, как преобразовать все эти числа в десятичную систему исчисления, то есть в ту систему исчисления, в которой мы привыкли считать. Для этого есть такая небольшая схема, которую мы сейчас с вами соберем. Что ж, давайте приступим. Это будут наши входы, вот здесь. То есть здесь мы будем вводить наши данные красными факелами. И мы должны построить 16, если я не ошибаюсь, вот таких вот рядов по 4 желтой шерсти. Почему 16? Потому что, если я не ошибаюсь, то тут всего получится 16 комбинаций. То есть первое это 0, 1, 2 и так далее, и так далее, и так далее. Для того, чтобы уменьшить задержку, мы тут ставим не репитер, а кусочек красной пыли. Это нам намного поможет ускорить процесс нашего преобразователя. Что ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Так, делаем. Сейчас я сразу заставлю блоками шерсти, а потом с вами поставлю репитеры и красную пыль. Вот. А теперь нам осталось только поставить поочередно репитер и красную пыль. Как опять же скажу, для экономии задержки. Процесс достаточно долгий и нудный. Вот, мы закончили. И что мы делаем теперь? Теперь мы начинаем, собственно, наше самопрограммирование. А там, где... Да, что я вам объясняю? Давайте сразу начнем. То есть, если это единичка, тогда, естественно, чтобы загорелось 1, нам нужно поставить тут факел. И, то есть, слева мы начнем наше программирование. Если у нас здесь единичка. Если здесь единичка, то, естественно, начнете справа. Что ж, если первое везде нули, если первое 0, тогда мы тут факела не ставим. Если же нам нужно, чтобы при загорании единички тут факел тух, и, естественно, активировалось нужное нам число. Начинаем программировать в бинарной системе числений. Опять же, если вы посмотрите первое видео, вы поймете, по какому принципу я сейчас буду все это программировать. Вот так, 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 так. Я уже привык к этой двоичной системе числения, поэтому достаточно быстро у меня получается перебирать все эти комбинации. Как видите, достаточно за короткий срок я запрограммировал 4-битную панельку. Все, что нам осталось, это сделать на каждый блок, поставить вот так вот факел таким вот образом. То есть на все 4 ряда, точнее, строки. Ряда у нас идут вот так вот. То есть у нас 16 рядов и по 4 строчки. Ну, опять же, это смотря как смотреть. Ну ладно. Так, после того, как мы проставили везде наши
факела, мы на них ставим шерсть. Вот таким вот образом. Еще раз повторюсь, процесс это достаточно трудоемкий. То есть, если вы строите 8 бит, то, ну, то есть 5 бит это в 2 раза больше, чем 4 бита, то есть в 2 раза длиннее, чем вот эта схема. Если вы строите 6 бит, то это в 2 раза длиннее, чем 5 бит, 7 бит длиннее в 2 раза, чем... 7 длиннее в 2 раза, чем 6 бит. Если на 8 длиннее в 2 раза, чем 8 бит. И вот калькулятор, который я уже построил со всеми функциями, он 8-битный. То есть ему он преобразовывает 8-битные числа. То есть максимальное число у него будет... Так, не лень сейчас считать. Потом все сами увидите. А, что ж, после того, как мы поставили наши блоки, мы должны вот тут ставить факела. То есть на всех тех местах, где не стоит у нас тут факел, мы должны поставить факел на, повторюсь, на вот этот блок. И, естественно, он должен потухнуть по умолчанию, если там везде нолики. Так. Вот таким вот образом мы выставляем. И еще очень важный нюанс, который вам очень сильно поможет в программировании. По крайней мере, мне он так помог. Тут есть цикл. То есть все вот эти комбинации повторяются циклически. То есть это 1, 2, 4, 8. То есть смотрим. Если тут 1, то тут через 1 будет стоять факел, который горит. Естественно, если тут 2, то тут через каждые 2 факела будет стоять 2 факела, которые горят. А, вот тут я пропустил как раз. Видите, как удачно. То есть 2, 2, 2, 2, 2. Естественно, 4 будет стоять. Сначала 4 не горят, 4 горят, 4 не горят, 4 горят. Тут 8 не горят, 8 горят. Вот таким вот образом. А, далее. Что мы должны сделать? А, вот так вот закрыть все наши факела шерстью. Я делаю это красной шерстью, чтобы для наглядности разглядеть можно было разные части этой конструкции. Вот таким вот образом. А после того, как вы уже почти закончили покрывать блоками все вот эти линии, естественно, все это легче делать через MC-Edit. Вот так. Мы должны провести, ну, вот Redstone. Единственное, которое не будет гореть, должна быть первая, если вы все правильно запрограммировали. Везде кладем Redstone. Естественно, если вы сделали очень длинную, то есть в ширину такую панельку, то можете пользоваться репитерами, но опять же будьте внимательны, чтобы репитер не стоял над красным факелом, где он должен запитывать блок. А, как мы видим, мы все запрограммировали правильно. Ну, точнее, это не факт. Но если горит только первое, это один из моментов, которые указывают то, что запрограммировали мы это правильно. Далее мы должны определиться, где будет выход. Ну, я, допустим, сделаю выход вот с этой стороны. Выход я обозначаю темно-зеленой шерстью. Естественно, мы кладем сюда наш Redstone. И на наши зеленые блоки с шерстью ставим наши красные факела. Естественно, гореть должен только первый факел. И это у нас нолик. Естественно, это единичка, это двоечка, это троечка. Приводим, допустим, мы введем восьмерку. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Опа, восьмерка загорелась. Но тут возникает другая ситуация.
как же все это запрограммировать, потому что делать там огромное, допустим, 16, программировать дисплей на 16, как же они называются-то, на 16 чисел неудобно. И как же нам тогда быть? Мы воспользуемся вот такой вот достаточно простой системой, которая поможет нам отделить единицы от десятков. То есть мы отдельно запрограммируем десятки, отдельно единицы. Что нам для этого нужно? Мы должны построить вот такие вот линии. Ну, во-первых, мы должны сделать вот инверцию перед тем, как строить линии. Вот таким вот образом. Естественно, чтобы сделать инверцию, кладем тут красную пыль. Чтобы сэкономить пространство, можно было этот факел не ставить, а сразу поставить тут репитер и сразу породить эти линии. Но я предпочитаю делать все в более развернутом варианте. Естественно, это помогает все понять более конкретно. Что ж, после того, как вы сделали вот такую штуку, вы должны поставить в длину 10. То есть так, чтобы уместилось 10 факелов через один. То есть вот таким вот образом. То есть это если раз, это 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот таким вот образом мы должны поставить, точнее не поставить, а сделать наши выходы от вот этих факелов. Вот. Чтобы не делать это потом и не прыгать между блоками, сразу проведите здесь редстоун через один блок, то есть на расстоянии одного блока друг от друга. Вот таким вот образом. Опять же, с постройкой калькулятора это процесс долгий, так что наберите сил и дерзайте. Творите и собирайте. Так, для точности лучше пересчитать. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да. Все правильно. И теперь просто продлеваем наш стол. Вот именно в такие моменты я сожалею то, что не поставил себе на Minecraft MC Edit. Ой, никакой MC Edit. Single Play Commands и Word God. Потому что это бы намного упростило бы всю эту работу. Но я буду строить, естественно, без модов. Переживу все эти 9 кругов ада, но построю. Так. Мы уже почти закончили. Нам осталось еще одну линию провести. И потом надо будет только проверить, доходят ли все эти сигналы. Смотрим. Естественно, тут не доходит. И репитеров лучше использовать по минимуму. Это значительно ускорит работу процессора. Не процессора, а преобразователя. Что ж, сигнала нам хватает. И продолжим наше продлевание этих полосочек. Вот так. Еще важный нюанс, чтобы репитеры не мешали редстоуну, то есть не мешали проходить сигнал. Сейчас, когда я доберусь до репитеров, я вам укажу этот момент, чтобы вы на нем были предельно осторожны. Вот сейчас вот этот и еще вот здесь. То есть, если тут наша полоска, если у нас тут будет стоять факела, то нужно так, чтобы тут не было репитера на вот этом блоке.
Потому что тогда факел не сможет запитать этот редстоун. Так. А, мы уже почти все это продлили. Мы уже больше половины сделали. Осталось еще 4 полосочки. И дальше будет не очень такой уж и сложный нюанс. Но достаточно такой, ну я бы не назвал его трудоемким. Достаточно таким муторным. Ну, на самом деле тут все немножко муторно. А, вот, я возьму еще. Ну, черная шерсть некрасиво будет. Возьму синенькой шерсти. Естественно, где будут наши выходы. А, нет. Неправильно будет синенькой. Я просто на месте наших выходов поставлю репитер. А, что ж, теперь начнем само наше программирование. А, мы вот так вот ставим наши факела. То есть первый стоит здесь, второй стоит на второй линии, если на третьей, на третьей линии, на четвертой линии, на пятой линии, на шестой линии, на седьмой линии, на восьмой, девятый, десятый. И дальше внимательный момент. Идем опять на первую. И опять с первой линии, со второй, третьей, четвертой, пятой и шестой. Вот такая вот штучка должна получиться. Если у вас так все получилось, значит все более-менее правильно. А, так. Дальше мы вот на этом участке ставим факела. И еще один трудоемкий момент. Надо везде тут на каждой из этих полосочек положить по редстоуну. Единственной полоской, которая должна остаться гореть, это первая, потому что у нас стоит 0. Вот так вот. Как вы уже заметили, у нас вот тут факела горят, а они не должны гореть. Поэтому мы потом поставим репитеры. Это мы сделаем лучше потом, чем сейчас. Потому что сейчас это будет, ну, заберет много времени. Потом это будет легче, потому что будет сразу видно, куда ставить. Так. Почти все линии мы уже продлили. Вот. После того, как я доделаю серию, я постараюсь заснять серию, посвященную дисплею, то есть который будет вводить все наши данные. И этот дисплей, наверное, самый удобный из всех, которые есть, потому что, ну, в общем, что-то я вам рассказываю, потом сами все увидите. А, сами поймете плюсы этого дисплея, также поймете минусы, если они там, конечно, есть. Хотя я сомневаюсь, ну ладно. А, так, теперь нам надо поставить репитеры. Опять же, надо убедиться в том, чтобы они нигде не стояли там, где стоит факел. То есть, чтобы они редстоуну не мешали блокировать наш факел. Вот мы продлили. Опять же, включим день, поярче сделаем. Так, и теперь мы должны отделить. Я это как раз делаю синей шерстью, все-таки нельзя ее, не зря ее взял. Вот таким вот образом соединяем все эти факела и примерно где-нибудь вот тут посерединке поставим факел. И от него будет вот таким вот образом также. То есть как я это определил? Где стоит последний факел на последней полоске? На 10-й. Естественно, тут стоит последний вот этот факел. И вот тут получается всего 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть по 10 факелов вот в такой штучке. Если 10 факелов у нас нету, мы объединяем сколько есть.
То есть тут у нас всего 1, 2, 3, 4, 5, 6. Естественно, мы сразу ставим 6. Вот таким вот образом. И мы тут должны его инвертировать. И опять же на выходе поставим репитер. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Так, 15. И вот так. Ну и тут по-любому нам хватит. И тут мы поставим какой-нибудь наш обозначительный знак. То, что, допустим, тут идут десятки. То есть, это 10, это... я ошибся. Извиняюсь, но я ошибся. Поскольку это двадцатки, то есть, естественно, чем дальше, тем больше число. Поэтому мы должны поменять их местами. Я это сделаю вот таким образом. То есть это десятки. А, нет, стоп, это нули. То есть, да, это десятки, но в данный момент в десятках у нас стоит 0. Вон он. А, тут у нас стоит уже как раз единицы в десятках. Но они у нас не горят. И теперь, как мы видим, это 0 единиц и 0 десятков, потому что это 0. Если мы поставим, допустим, 8 и 4, это 12, тогда у нас тут 0, 1, 2, 2 единицы и 1 десяток. То есть это 10 плюс 2, это, естественно, 12. И как вы видите, ответ верный. И теперь, что нам осталось дальше? Как я понимаю, 7-сегментный дисплей делать умеют все. Если же нет, пишите в комментариях, я научу вас его делать. И дальше мы просто программируем 10 чисел для, для единиц и, ну, в данном случае... Два числа для десятков. И все, и у вас будет полностью рабочий преобразователь. Что ж, всем спасибо огромнейшее за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте лайки, комментируйте видео. Всем до новых встреч, всем пока.